Достоверные модели кораблей и балдежная графика давно есть в World of Warships, а вот чего еще не было в ней, так это подлодок, которые скоро добавят в игру. Предвкушаем подорванные днища. Регистрируйся по ссылке в описании и получай награды. Я ныряю в дерьмо. Что тут? Йод. Мид зашел еще ближе. Подножка. Еще один. За воротами. Шо? А, ты вернулся. Хули зыришь, чепуха. Хорош. Вышел и зашел нормально. Это возвращение мормонов в киберспорт. Что ты несешь? Бьем со всех сторон, пацаны. Умер, умер, заходим. Закрываю шорты и плетим. По последнему есть инфа? На связь не выходил еще? Сигнал принят, выхожу на контакт с абонентом. Убегает. Абонент недоступен. Эйс, поздравляем. Это когда же произошел тот переломный момент, после которого я стал вести себя как долбоёб? А, он же и не наступал. Там за шум. Ша, мать твою. Знаю, что тебе скучно, она бы. Мы сейчас еще раунд нападем потом к тебе, окей? Окно. О, блин, да вас в каждом раунде убивает это окно на миду. Ну вы че, ребят? Я с пистолетом был. Дайте один долбанный дым в это окно и все. О май гад. I can't believe в эту херню. Все, заходим, а. Смотри, даю дым Сити. Что ты стреляешь, что, бля? На, подержи ящик. Прилетело назад. Это бомба долбаная проклята, вот в чем дело. Все, погнали. Сука, дело не в бомбе. Мид умер. Отлично. Наш еще одного бьет, и я пойду помогать. А, нет. Значит, это сейв. Разворачивайся. У меня это местечко забронировано. Тебя убьют через стену. Тут же можно стрелять через стену? Можно, но зачем? Я же тут. О! Загуляла кобылка. Еще отсюда. А! Может, ты затащишь? А может нет, а может да, а может... Вовсе мне пизда. Goodbye, my friend. Что на кэше можно сделать, ну, такое, знаете, по тактике распланировать, а? Дым кинуть вот туда. Ага. Если нам не пролетает, ну давай запустимся. Давай. Кэшку даю. Не нам в лицо-то! Это... За кого ты играешь вообще? И чё, и всё тактика, что ли? Типа нас так легко напугали. Ну, там огонь кинуть. Нихуя подобно. Подождите меня, пацаны. Это говно какое-то. Вообще не залетает ни хрена. О, вы только посмотрите на эту наводку. Я как будто и не потратил 4 года своей жизни на это дерьмо. Ничего. Сейчас раскачаем мелкую моторику. Сейчас все будет. Оп. Оп. Уже почти как скрим. Сейчас будет наводка как у симпла. Ну все, я готов. Я разогрет. Пошли ебашь. О, фак, сори. Почему он не идет? Я за него начинаю переживать, с ним точно все в порядке. Может, он туннель пошел? На меду наш. Понятно, значит, он туннель пошел. Значит, я буду смотреть. Ах ты хитрый ублюдок. Чё? Кто пальцами щелкает, блядь? Я за попками приглядывал. Все, иду к вам, мейн. Ладно. Я бы посмотрел повторик. А, собственно, почему бы и нет? Так, я хочу послушать реакцию этого парня. Давай. Захожу в мейн. О, смотри. Я, блядь.
Бам! Я, бля. Это ты его зажим в дым. Похоже на то, когда ты кидаешь мяч в стену, и он летит тебя назад в ебало. Так, где еще был? Вроде на где-то джангл. Ну, бомбы по-любому. Пошли, времени мало. 20 секунд. Блин. Давай выйдем под флешку. Двойную. Эй, так. Петручо, ты дома? Да, мы знаем. Мы бум-бум возьмем. Да завались, я знаю! Быстро, быстро! А-а-а! Чё за хуйня, блядь? А-а-а! Он тупо сидел и втыкал почему-то. Ну а дальше у нас та самая минуточка разговорных моментов. Почему? Ты что, ссышь в бутылочку? Ты серьезно? Ты знаешь все. Ты шутишь сейчас или нет? Ты же сказал, что хочешь идти ссать. Ты... Бля. С кем я дружу? Да нет. Я просто воду в стакан наливал. Из члена? Давай зажгем этот танцпол. Есть бокс. Походу у вас. Резкий выпад. Отлично, ублюдок. Испачкал мне лонг. Сколько? Чё, там кто-то шорт сказал? А. Кинешь мне калаш тут или нужен? Хочешь? Спасибо. Чё за... Где калаш? Вот сверху. Ёбаный. Подсадитесь. Лучше? А вот это вот, смотри, вот это вот место, вот где. Это гараж, это гараж. А, все понял. Это не коннектор, ладно. Коннектор за медом. Ну вот как, вот, вот это вот, смотри. Ты какого цвета, погоди? Я голубенький. Бля, это все знают, я про цвет спрашиваю. Тащи, ты сможешь. Спауни будет с ямы, возможно. Близко. Убей. Еби. Доминируй. Из срапава. А, без шансов. Заклинание какое-то было. Я тоже не понял, что это справа. Справа, я хотел сказать. Я кто патроном. Волан-де-Морт, бля. Я Гарри Поттер. У меня тоже есть шрам на лбу. Правда, он не от Волан-де-Морта, а это я, когда был малой, уебался об край стола. Ну почти. Ну всем говоришь, что от Волан-де-Морта. Да. Чё, кто-то не залет? А, всё. Hello, нормально всё. Hello, I'm from England. Окей. Общительные тиммейты, как сказать. Похер, типа, откуда ты? Wait, Моки. Nice gloves. Thank you. You can kiss him. You have fucking money, man. Go, fight! Заговорился. Пообщался. Это лесть ебаная. Это сейчас тиммейты добрые. Дай нам просрать пару раундов. И сейчас начнется трехэтажный французский. Мне на левом зрении прям. На левом глазу так зрение упало. Жесть. У меня на правом упало. Смотрю отражение, теперь не вижу. Да, я. Знаешь, вроде бы смотришь обоими глазами. Или обеими, как правильно? А, двумя. Лучше двумя сказать. Обоими. Не, глаза, они мои, значит. Он могла, а ну. Двумя, хотя... Хули мои глаза твои, ты охуел, что ли? Шортман. А вот он слеп на оба глаза. Ладрум. Понял. One ladder room. Блин. Dead. А, найс. One side. Пойдем. Под паласом где-то там. Они слили бомбы, один в паласах. Пойдем пообщаемся. Убежал. Ну вот, принесла. Началось. Да. Я же сказал, что мою маму повел куда-то. Уйзи Глок, о май гад, фокин нуб. Только второй раунд начался, они уже ходят, смотри. Факин нуб уже, смотри, вообще не сдерживаются, ребята. Два раунда все прошло. Я говорил, что так будет. Как в воду глядел. Как в муку пердел. Все, мы вдвоем против одного, нам похер. Давай забустимся куда. Да не, у вас лучше вам вдвоем встречать. Не, нам лучше за ручку держаться, Богдан. Какая жопа, я ебу. Как у Капитана Америки. Реально, рак. О, ну-ка отойди. Хорошее место для парковки. Что?
Забайте на жопу американскую! Я, конечно, извиняюсь, но что это за новый уровень байта был только что? Объясните мне. Пиздец. Сыр в мышеловке, блядь, жопастый. Да там такая мышеловка стояла вообще, как не засунуть мышку туда. Привет, друзья! И если с вами здороваюсь я, то как минимум наступила пятница, а как максимум вы профуфенили все выходные. Кстати, я только на днях узнал, что Minecraft теперь официально поддерживает трассировку лучей от NVIDIA. Ну, знаете, все эти плюшки с правильными реалистичными отражениями, мягкими тенями и прочее. И вот, кстати, мой совет такой. Если взять, поднакопить денег на топовую видюху от NVIDIA, купить ее, чтобы играть только в Minecraft, то вы долбоёб. На этом все. Здесь был грёбаный Марбок и Казго. Увидимся через неделю. Я за Майнкрафтом. Пока.